Сегодня день труда, Labor Day праздник. С Snoqualmie Falls мы едем, там, где снимали Twin Peaks. Давно хотели выбраться, и вот наконец-то. Меня везут как VIP-персону. Сегодня чудесно пасмурно, не будем жариться на солнце. Уже осень у нас, 2 сентября. Лето кончилось нежданно. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Лето наступало. У меня селфи-палка с дистанционной кнопкой. Не надо тянуться к телефону, все под рукой. Идем на водопад. Сейчас еще поближе спустимся, пониже к водопаду. Мариночке, тебе нравится? И погодка хорошая. Я бы скорее обкакался, чем покормил. Тут снежный человек, бигфут, медведь, олень и пума. Вот раздорожье. Мы идем налево. Мариночка. Вот славнозвісні піхти Дугласа. Маріна
решила обнять дерево? Нет, я решила сравниться. Что? Да, у меня как-то фоне тогда снимать. А? У меня на фоне. Ну, чтобы корни были видны. Как мы поняли, это на месте пенька выросло новое дерево. Да, видишь, это новые ростки на стороне. Вот, видишь, они такие вот вырастают, но сроки они снимают. Капец, просто это что за сказочный лес? Смотри на эти стволы. Вот такую природу я очень люблю. И, конечно, я люблю океан, тропики и пальмы. Но вот такие деревья и такую буйную растительность – это шедевр. Воздух прекрасен. Мы спускаемся вниз, а надо будет еще подниматься наверх. Ну, в общем, есть где гулять. Благо, везде лавочки натыканы. То есть в любой момент можно сделать привал. Да, что-то мы лоханулись и не взяли с собой припасы. Вдруг придется заночевать. Арина. Уже неоднократно я это говорил, еще раз подтверждаю, вот так вот, если абстрагироваться, то очень похоже на Францию. Очень похоже. Идем еще спустимся к реке. Водопад поснимали со всех ракурсов. Продолжаем движение. Как тебе, Мариночка? Я тоже. Это западня и ловушка. Я не знаю, как я обратно поднимусь. Придется здесь жить. Моя жена сдалась уже по дороге. А теперь не знаю, где она. И не знаю, где я. Вроде я ее вижу. Оказывается, сюда можно вот сюда прямо приехать. Это практически на нижней точке. А мы не знали.
Марина, все. Я уже никуда не пойду. Ищите нас на этой лавочке. Резюмируем нашу прогулку. Один раз прогуляться можно. Второй раз здесь я не знаю, что делать. Тут нету таких хороших зон, чтобы именно отдохнуть, приехать, вот как-то расположиться и издали наблюдать за водопадом. Это пешеходный этот бродвалк и толпы туристов. Смотровые площадочки. Вот раз я прошелся, все поснимал. Кроме того, что вниз идти не очень удобно, а вверх подниматься, ну, хороший фитнес. Вот кроме фитнеса больше здесь никакого преимущества нету. Природа изумительная, но такая природа везде. У нас от дома недалеко, у меня есть видео, как мы 1 май, сегодня день труда, а мы на 1 мая тоже международный день труда. Выбрались на озеро. Природа не хуже. Все тоже замечательно. Если вы не видели это видео, то посмотрите. Ссылка будет в описании. Ну, ставим лайки. Подписываемся на канал. Мы сейчас будем взбираться наверх. И где-то еще что-то поснимаем. Еще, может, полетаю дроном. Что-то у меня быстро разряжается батарея. Не нравится мне это. Надо покупать еще батарею.